Ух, ладно, ладно, пора продолжать. Что мигает, что здесь? Достижение получено? Нет, не получено. Вы опознались. Что, мы остановились на этом, да? На этом. Мини-игру закончили, которая безумная была. Итак, я уже забыл, какую тактику использовал на первой... Ох, ё-моё, зомби-перчик, смотрите. Итак, что мы берем? Нет, не подсолнух. Давайте попробуем сделать что-то такое. Что мы хотели сделать? Без этого мы в курсе. Вот этим. Либо купим, давайте, одно из этих, может быть. Давайте попробуем, купим. Все, покупил. Итак, это грохострел обычный. Или двойной даже. Непонятно, он то ли обычный, то ли двойной. По-моему, он и тоже и то, и другое. Ладно, будем брать то, что брать. Дымовики. Думаю, надо, не думаю, не надо. Хотя нет, думаю, надо. Хотя, думаю, не надо. Давайте сегодня такое взрывное. Может быть. В общем, все, что надо для дела. Гаргантюа, ёшкин кот. Бомбы, значит, возможно, подойдут. Ну, может быть, зомби-перчик взорвется, только он, кажется, зомби не убивает. Магнит. И щит. Кажись, многовато. Вместо щита вполне сойдет и орешек классичешек. Кого там чешет? Никого. Поэтому давайте вместо этого кабачка. Солнечный взял, да? Я! Какая кнопочка для перезапуска? Вот, черт. Пошлите заново. Солнечный грибочек. Я взял их, может быть? Может, я взял? Да, я не взял их, точно, похоже. Солнечные дымовые. Магнитный щит. Возможно, пару защитных, но не знаю, сможет ли мне хватить сил для того, чтобы накопить на него. Кабачок, как я говорил. Может быть, ледяной, да? Ну и бомбу, кажется. Что, еще хватает что-то? И орешек, наконец. Скажите, что все, все. Только должен были вы сказать, а я сказал я. Итак, ну с этим, в общем, проще гораздо, вот с этим типом. Ну что, он супер-мега-мощно стреляет. Ну, может быть, мы его сразу не будем. Он ведь... А, он только еще первый уровень, точно. Он может быть не очень мощный. Кстати, можно ради прикола не прокачивать их. Хотя можно прокачать, но рано или поздно мы поймем это. Посмотрите, что видите, он... Оу. Как двойной, видите, стреляет. Интересно, почему? Давайте попробуем без него пока что, поначалу. Использует вот эти, допустим, собаки. Слушайте, вроде... Ночь, но как-то светло. Да? Ну, или, может быть, Юра не специально сделан для того, чтобы использовать этих. Хотя я вроде встречал версию этой игры, где нет вот этих вот растений усиляющих. Как видите, их тысяч-тысяч и все. Мы победили. Просто слишком. Ну, возможно, подразумевается, что именно растения нужно использовать. Если не на боссах, я не помню. На боссах вроде есть или нет. Нет, вроде есть. Или нет. Вроде есть. Или нет, или нет. Вы как никогда правы. Ну, то есть, как никогда. Никогда не правы вы. Атман. Чуть что может это растение делать? Всякое, знаете ли, всякое. Мощно. 20. О, слушайте, 20. Как и должно быть. Слушайте, урон 20 наносится. Неужели? Здесь он обозначается. Если я правильно понимаю, урон 20 это как одна горошина. То есть, все логично. Так, что у нас не так? Все так, просто зомби не атакует. Ладно, давайте потратим кабачок. Как бы у нас на всякий случай. Вот мы досажали. Надо было зонтики сажать. А, ладно, зонтики потом. Дымовики. Начнем с чего-нибудь, допустим, здесь. Все равно у нас ничего, кроме атакующего, кроме дымовиков нет. Ну, вот это не считается, конечно же. Пусть здесь сидит, да. Как видите, дымовик сквозь крышу, оказывается. Хоть якобы по прямой, но на самом деле нифига. Но этого мы так забьем. Может, конечно, кирпичик посадить на него было. Но, в принципе, нет, может, нет. Надеюсь, сейчас у нас не будет никаких затупов, потому что... Что я в прошлый раз пользовал тупость, да? Давайте посадим все-таки, давайте добьем его пузырьками. А вот это следует бы расстрелять. Либо снова кабачком.
Вряд ли его расстрелять получится, поэтому... Кабачок — наша судьба. Судьба? Какая судьба? Не наша, а зомби-судьба. В смысле, и не зомби, и не наша судьба. Чушь какая, да? Ладно, возможно, даже не буду сажать зонтиковые растения. Ну, если что-то ценное посажу, конечно, буду сажать. Но так-то не особо не опасно ничего. Давай с магнитогрибок сажать уже. Все-таки надо. Не там. Тут надо сажать ледяные. Магнитогрибок бы как-нибудь здесь и здесь. Куда я мимо посадил? Мимо посадил. Куда мимо? Мимо. Логично. Ладно, пусть сидит. Хотя пока не атакует, мы можем не сажать даже. Но лучше посадить. Для безопасности. Ладно, давайте стрелять. Так, сейчас не за кристалл покупать? Как кристалл получать здесь, кроме покупки, вроде никак. Зарабатывать их редко можно. Очень редко. Ай, не кусайся. Надеюсь, багов с кусанием нет. О, да. Ну, все растения имеют такую способность, когда они заряжаются достаточно, они... Ой, мои деньги читерные, случайно. Ну, вы помните, да? На всякий случай здесь посадим. Ой, кто пришел? Ой, кто ешел? Не, давайте расстреляем их. Слишком уж они опасны. Вот можно уже ледяной сажать, как бы. О, нет, беда. Все же съели его. Все съели. Вот я гаденыш, конечно же. Я гаденыш, ну. Так, это очень забили. Ну. Как видите, день невезения. Сможем ли мы опять его опять съедят? Ну, как бы, чтобы не съели, нужно сделать раз-два. Вот, так теперь они сидят. О, нет, о, нет, о, нет. Большая беда. Это мы уничтожим. Это мы застрелим. Его и дымом бьет, и горошинами так. Сейчас еще вылезет. А, как быстро зарядилась способность. Слушайте, видимо, да. Ё-моё, как много их. Но дымовики помогают тоже. Не тоже, а именно они и помогают. Надо бы их больше посажать, ближе. Ну, я посажу ледяные. Все равно выходит все. Минус тот. Это еще только волна не закончилась. Ой, перчик. Я не помню, кстати, как перчик атакует. Как он приходит, когда к растению взрывается, либо когда... Когда достаточно... Через некоторое время взрывается. Никогда его не взрывал, кажется. Ой, магнит нужен. Ну, его уже притянут, думаю. Ой, нет. Видимо, когда подходит к растению, вот теперь его взорвал. Кабан бы. Кабан я сажу! Говорю, кабачок, то есть, сажайся. Дуйте в него, так он, кажется. Так, нужно бы посадить больше защиты. Ой, беда. Да? Да. Еще и там лезет, ой-ё. Так, нужен бы щиток. А, нет, магнит у нас есть, магнит, фух, пронеслось. Ой, он убил даже того, смотрите-ка, он... И мишень исчезла. Вот это забавно. Не знал такое возможно, что... Магнит, режись. Перезаряжайся, отлично. Уговорил. Ёшки-ён. Да, может вот так сделать, он тогда... Приедет куда надо. И здесь никого! Как это никого не это? Как же мы, да? Давайте его сдует.
Опасно? Подтверждаю. Есть. Но это еще не конец. Наша защита сломана как 5 пальцев. Смешно? Надеюсь. Надо поэтому щитки ставить больше. А вот этих можно вот так отманивать. Раз, и все. Почему-то здесь, помните, щиток не работает почему-то. Хотя он должен вот так не работать. А так он работает, ха? Сюрприз, вот так он работает. Видимо, баги снова китайские, ну. А какие же еще? Ой, так, ой-ой-ой, машинка едет, ой-ой-ой. Ну, не знаю, в смысле, я знаю, что делать с машинкой, пожалуйста. Фух, пронесло, что на зомби не те. Как видите, я что-то совсем уже. Так, кто забьется, тут те забьются, да. Что мы наделали? А, нет, все верно. Вот здесь у нас беда. Да почему у нас беда здесь-то? Еще кабачок перезарядится уже. Я его чувствую. Сажайся. Не сажается, ну. Тут есть дымовики. О, нет, ешь горшочек лучше. Черт, да. О, отвалилась голова. У нас беда большая. О, нет, уже небольшая. Слушай, вот это, конечно, растение хорошо и помогает. Надо сажать его... Ой, здесь. О, этот летит. Ха! Думаете, он... Скорее, надо было вот так показать. Я пальцем далеко, якобы. Ну, в общем, не опасно, на самом деле. Уже. Давайте войной. Ну, тут перчиковый что-то совсем уже. Сейчас мы... О, смотрите, время наносит 22 единицы урона почему-то. А не 20, как было раньше. Как видите, голова отвалилась, в смысле, перчик исчез. Нам нужен магнит здесь вообще-то. Что? Где был перчик? Вы видели? Я не видел, где был перчик. Он, видимо, взорвался сам по себе. Как и обещалось. Все плохо-то, смотрите, как у нас все плохо-то. Мы опоздали. В смысле, а, солнышка не хватило. А здесь что с беда? А вот что с беда? Не хватило удара одного. Ну, держимся. Газонокосилки у нас, крыша чистки есть. Как он вышел? Вот так. Больше заряжать, то он что-то какой-то... О, нет, еще едет. Ой, сейчас мой магнитогрипп, он же там. Видимо, его задавит, поэтому лучше продержаться тут. Я смогу посадить щиток сейчас. Как-то совсем что-то... Это либо уровень сложный, либо я просто туплю. Давайте лучше вот так его задуем, запинаем. Этих сдуют, надеюсь. Финальная волна, все, бояться не стоит, но можно. Рекомендуете? Бояться. Что? Поняли прикол? Даже Гаргантия убивает на повал. Достижение получено. Что достижение? Крышу без горошин или что? Что происходит? А вот у нас мини-игра. Мне прям интересно, что это. А, это же это, кажется, подозреваю. А может, не очень. Или это просто конвейерка? По-моему, просто, да. 84-й он такой. Зубастиково-кабачковый, может быть. Может, еще что-то лучше есть. Если уже зубастики, то... О, высокий орех, положенный. Отличный. Почему П? Какой-то, слушай, да, уверен, видимо, просто конвейерный будет. Но
такой вот. У нас сейчас будет следующий уровень, ведь босс безумный, самый безумнейший босс, которым читерить обязательно. Потому что невозможно... Хотя кто знает. Ля-ля. Можно было сказать. Но пока ничего бояться не стоит, думаю. Надо было на зонтике стать, а зонтика, видимо, не станет. Можно взять тебя, да? Поставим орешек высокий. Почему здесь? Потому что лучше здесь, чем там. Где там? Ну, нигде. Давайте пока здесь оставим. Капуста-пультёнок. Даже не думаю, что-либо сделать. Орешки. Ну давайте здесь тогда, раз уж есть. Видимо, зонтика нам не будут давать. Ну, и бояться мне не нужно. Боятся только те, кто боятся зонтика. Что? Никто не боится зонтика. Да, кабачок здесь бессмыслен, поэтому ладно. Горшочки в студию. Угу. Это уже не поле, это студия. Так, ладно, давайте базу здесь установим. И тут опять нет горшочков. Ха. Помните, что делают в этом случае? В этом случае сажают все в один горшочек и выкапывают сразу, чтобы место было, ё-моё. Раз, два, три, четыре. Конечно, уровень так просто не закончится, как видите. Что-то он не хочет сам по себе. О, кончились у нас опять силы. Это вряд ли пригодится. Не видел, кто придет, но и ладно. Зубастика можно вот так выкапать, можно выкопать зубастика, не броню, вот отлично, можно. Его бы убили все равно, видите. Я, торопившись, встрапнулся. И, как видите, опять никаких горшочков нет. То, что не дают в китайской версии, горшочки. Что там выйдет, скажите, как вы думаете? Ничего. Горшочек, ёшки-кошки. Что еще может быть? Это мы тоже заделаем вот так вот. Да, турень совсем не сложный в отношении к предыдущему. Что-то вы как-то окитаились, обескитаились, в смысле, сказать желательно. Упс, опс, беда. Смотрите, какая беда. У него уже голова-то валилась, в смысле. Рука. И все. Надо заменять. Ну и чё вы тут, нет? Чё мне... Чё-то ничего не... Да уж, как видите, в этот раз не придумали никакой мини-игры, которую можно из первой части взять, которая необычная, которая не была в первой части, которая была и которая не была. И они, поэтому, решили просто конвейерный. По-моему, в следующем мире тоже будут конвейерные или нет? Или не только? По-моему, не только. Чё не живете-то? Ох, ёшки-ёшки. Горшочек, здравствуй. Давайте пока для этого сделаем. Может, нужно больше атакующих, но почему? Хочу симметричность. Хотя бы. Немножко.
Надеюсь, хотите вы тоже окошку? Ну, полезный прыжок. А, прыжок не перепрыгнуть. Угу. Ладно, базу установили мы наконец, все. Может кто-то еще, если дадут больше, то я посажу. Или все-таки нет? Хм. Думаю, нет. Смотрите, зомби даже статуи лезут. Интересно, если мы защищаем это от чего-то, то почему здесь зомби? Мы же обычно должны защищаться от зомби, а тут у нас прям постройки зомби, словно мы зомби живем. Соседи нападают, как говорится. Ну, и такое бывает. Может, конечно, не бывает, но... Ну, мы должны этого забить, может быть, а? Он вообще так бьется, скажите? О, нет. О, нет, горшочки все же мне дали. Мы его посадили туда, слушайте. Видели? Вот он, горшочек. Так работает, нет? Кажется, он не видит. А. Что мне сказали сделать? Зомби слишком близко или что? Купите защиту. Вы видели, что предложили мне? Я не понял, что мне предложили. Кажется, ничего не случилось. На мини-играх не дается этих растений, которые я особо ем. О, кто пришел, смотри, какой сюрприз. Фапочка, как вы помните. Это лучший подарок для зомби. Из масла сделано сейчас. Что, выкопать и посадить можно? Да. Выкопать и посадить. Ой, забыл об этом. Но, как видите, шапочку тоже подарили, и он не принял подарок как надо. Видите, текстуры растений более HD-шные, чем зомби. Ой, что выберешь? Ай-яй-яй. Нельзя. И чё? Ну, вы поняли, на этом все. На этом все. Сейчас мы закончим. У нас будет следующей серии. Ну, посмотрим, как я попробую. Как вы помните, я скажу. Это следующей серии. Еще раз. О, горшочки мне надавали, пока я тут с вами болтал. Бездействие. Это, конечно, не симметричный, но и ладно. Давайте подумаем, что можно сделать. Кто кого покусали, его покусали. Видите, надо нажимать именно на его центр, вот он и выкопался. Вот тебе. Ой, ну и так тоже можно. Ладно. Кус-кус. Кто придет, никто. Почему никто, если зомби придут? Вот какую-то фигню сказал, извините. Такое бывает. Читайте, что написано. Последняя волна. Кто не знает. У нас победа. Думаю. Некуда сажать уже. Да и незачем. Ладно, давайте задавим. Хотя его сейчас убьют уже, наверное. Ну, видимо. Ладно, на этом все. Извините, почему нас отправили сюда? Я хочу взглянуть, показать, сказать, взгляните снова. Вот это босс, да. Очень-очень скоро.